тачка, у тебя не сток. Все. Золотое правило Honda, они все стоковые. Ну, короче, это ты готов так со всеми заехать? Ну, можно, да. Вид с трубовой. Изначально была комплектация ТРД. Года три назад решил надуть. Заказал турбокит. Все, машина на механическую коробку передач. Да быстрее, договаривались к 8 же. Так получилось? Бывает, оказывается, вода, бывает. Эй, не ври. Пробки были, пробки. Ну рассказывай, ну что, готов вообще? Да, конечно. Всегда готов. А сегодня у тебя? Гонка с Теслой? Да, с Теслой. А есть и другие соперники будут? А какая разница? Я всегда готов. Да? Задней нет уже. М5 тяните. Ну, салам алейкум. Алейкум салам. Как дела? Отлично. Уже, наверное, многие запомнили, что ты владелец Хонды. Да, Honda Civic Type R. Фанат Хон. Ну, не сказал бы, что фанат, мне сейчас BMW нравится. Но Honda классная машина. Так, ну, как, в принципе, с прошлого года осталось, 2 литра, 215 сил, механика 6-ступ. За год, ну как за год, за зиму были такие минорные доработки, больше по весу. Диски тормозные поменял. Они реально легче, чем стоковые. Самое интересное, что какие-то, ну, я тюненные. Отто Циммерман купил, говорят, что такие диски стоят на М5. Поставил карбоновый впуск Тагива Моторс. Титановые гайки и титановые шпильки. На этом я сэкономил 4 килограмма. В принципе, ну, машина ездит в стоке, я ничего с ней не делаю. Не хочу прошивать, не хочу что-то с ней делать, манипуляции какие-то проводить. Мозг сток, ЕЦУ сток, ограничение скорости 185 км в час. Ну, все как было с завода, я меняю только навесное, грубо говоря. А вот мне ребята говорили, то, что у тебя тюнинный мозг. А, был в один момент тюнинный мозг. А, все-таки был. Да, да, я ставил тюн мозг, Мюген, да. Но толка от него не было. Он просто крутился до 9000 и все. А по времени... То есть я ехал хуже, чем на стоковых мозгах. Получается, тюн-мозг ты снял, но оставил валы. А какие валы? Валов нет. А как, без валов, что ли, тачка? В смысле, на валах, но на заводских. Ну вот, на валах. На заводских, но не стейджевые валы, обычные. Мы все это время искали для тебя электрокар. Да. Ну, не самую мощную, потому что, скорее всего, самую мощную, но объективно я не объеду. Мы искали в районе 300-350 сил, потому что, в принципе, с такой машиной я могу заехать. У меня сил немного, то есть в машине всего 215 сил, но в ней она мало весит. Не, ну вот смотри, впуск-выпуск, он по-любому что-то дает. Я думаю, братан, без прошивки ничего не дает. Ну, хотя она... бы 10 сил. Ну, ну может быть, она как бы крутится легче, да. Едет лучше, но... все-таки ограничено компом, то есть комп-то заводской стоит стандартно. Но я думаю, что прям глобально сил не добавит. 225, ладно. Нет, 215 как-то это. Как? Машина старая, ты чё, там уже живых, наверное, сил 200 осталось от силы, блин. Если бы она новая завода была, другой разговор. Откуда это, как бы, знаешь, желание дикое прям заехать с электрикой? Да просто на самом деле я по городу катаюсь на своей машине, и иной раз я цепляюсь с электричками и с многими, то есть от многих я уезжал. Ну, конечно, там не супер какие-то блатные электрички, или они за мной не гоняют, я не знаю. Может, он просто чилил такой, думает, что он напрягается? Ну, ты хочешь доказать? Я хочу доказать то, что, ну, бензин еще актуален, петролхеды, я с вами. Ну, салам алейкум, брат, как дела? Здорово, нормально. Ты у нас первый раз? Да я вообще, да. Ты, короче, позвал это часа так. Ты вообще не гонщик же? Ну да. Ты кто по нации? Я по нации диджей. Короче, зовут Ахнет, мой друг. Приехал сегодня на Тесле. Китайская Тесла, да? Ну да, вообще считается, что она типа по сборке лучше, чем американец. Там батарейка, говорят, у них у китайцев получше. Ну и сами китайцы батарейки получше делают.
Ну, это люди, которые знают, они... Или вы просто купили китайцы и хвалите? Нет, на самом деле. Просто на всех форумах, я и сам, мне самому было интересно, я сам думал, то, что американец, ну, как бы, типа, лучше. А на самом деле, можно и китайцы чуть подешевле взять, и сборка вообще отличий никаких. То есть, там, и зазор, и все дела, короче, все один. А как определить, там, типа, Model 3, Model 3S, Model 3S Dual, Model 3, там, что там, Performance? Там уже... Я сейчас не хочу обмануть, я сам, если честно, я ее первый раз взял, сейчас кому-то скажу, там, потом начну. Это твоя тачка? Ну, это, да, короче. Общая, моя. Моя и Макса, Макса вам. Три плюса электрички. Ну, то, что... Ну, расход, понятно. Расход, да. И все. И все, да. Ну ладно. Просто, нет, да. Люди, которые не понимают, но у нас еще в Кыргызстане не понимают люди. Сколько сил здесь? 258. 258? Да. Ну ты, короче, приехал на приводные тесты. Да. Примерные замеры знаешь, сколько едет? Вообще, как пишут везде, и вообще эти эксперты... 5,1, говорят, до 100. Именно моя комплектация, стандарт плюс. Может, ты прочитал полноприводные? Нет, полноприводные, это перформанс, они идут 3,2 до 100. Ладно, я вот говорю, сейчас я буду ошибаться, потом вот там будет комментарий писать. Зато... Да он C3. А, будет, да? Зато запомнят тебя. Ну, короче, ты готов со всеми заехать? Ну, можно, да. Впуск, смотри. Вот сток даже, краска сток. Не, ну то, что впуск группы М. Нет, это такие вот, ну это... Не, ну по факту. У тебя выхлоп не сток, впуск не сток, выпускной коллектор не сток. Все сток, брат. Да запарил, просто скажи, что как есть. Сток, блин, ну ты же видишь, что заводской. Мотор, да, мотор сток, не спорю. Впуск стоковый, дроссель стоковый. Что здесь не стоковое? Иди в жопу, блин. Вот как ты вот на это смотришь? Это сток? Нет, для меня тоже сток это считаю. Ой, блин. Не сильно разница будет. Вот у кого спросить сейчас вот? Ну, брат, скажи, вот это не сток. 5-10 сил, наверное. Стоишь 0-0-5. Нет, ну, я вообще... Не, ну, я не говорю, что прям стоишь второй, стоишь третий. Просто это же не сток. Нет. Как ты думаешь, это сток или не сток? Сток. 100%. Вот, Игорек, вот скажи, Цивик, сток или не сток? А какая разница? В смысле, вот то, что там впуск, выпуск, коллектор... Что это сток? Нет. Тачка. Нет. Не сток же? Не согласись? Сток, да, конечно, все. Сток не завод это. Сток это заводская комплектация. Вот. Правильно. Брат, тачка у тебя не сток. Все. Нет, сток по-любому. Все Хонды сток, братан, все Хонды сток. Ты знаешь, это по-любому. Золотое правило Хонда, они все стоковые. Спорт морд сделал. Девушка же должна. Я же не гонщик, братан. Я думал, три раза будет. Я так и думал. Это типа я. Раз, два, три. Я же гонки детские играл. За кого? За Нурбу. Цивик. Подожди. А Ахнет тебе друг? Ну, друг, ну, мне симпатизирует больше Цивик. Почему? Потому что маленькая машина и такая бешеная. Давай. Оторвал нас, братан, ебать на. Да.
Я не могу понять, что происходит. Я не знаю, что-то она. Я сразу газ нажал, и она вот как будто тупанула, я же вначале, и потом сразу поехал. Еще раз, давай. Давай, скользкий старт. А, скользкий старт, давай. Я не знаю, может это поможет чем. Все, давай, давай. Ты зажми прям газ. Ты зажмешь прям? О, вот! Нет, он просто режим включил там. Форсинг, скользящий. Да? Скользящий. Что это было? Блин, зацепа нету. Плюс, если сейчас дадите мне эти шестигранники, я починю кулису. Я, короче, жестко втыкал, она этот там. Она на болтах же у меня. И она так сместилась. Я как тормоз нажимал ее. Да нет, там этот просто режим не тот поставил. Да. Ты объехал, да? Да, последний. Ты хоть сокращаешь? Я там назад просто и втыкался. Все, я понял. А? Сокращаешь? Чуть-чуть, да. Чуть-чуть. Ну мы, честно, мы абсолютно одинаково едем. Еще раз. Да, сейчас если дадите, я быстро отрегулирую, если есть у кого-то набор с собой. А, кстати, ходом я догоняю. Ближе. То есть он срывается? Нет, мы прям ровно едем. Он я чуть-чуть впереди. Скользкого старта не было на 30. Нет, ролл рейс ходом. Я понял, я же не включил вот этот скользкий старт. Что, думаешь, что-то даст это? Ну да, съедет, когда скользкий старт. Я просто не знал, я включил Вилан вначале. Блин, никакого когда... набора нет с собой. А второй раз мы просто 60 ехали, там КамАЗ. Ну, в любом случае, 2-1, ты проигрываешь сейчас. Сколько? Я видел полный набор. Я не проигрываю, ты не говоришь. Так, следующий, кто там? Я уже все, я не хочу ротик. Ну-ка, бля, уверенный такой. Я же говорю, я же просто не включил там, бля. Я когда проиграл, думаю, как так? Оказывается, вот просто... Незнание. Да, незнание. Как будто вот Bluetooth включил, и вот она быстрее как будто. Я лично так не планировал. Чего? Ни в коем. Я же уезжаю, братан, и с ходом, и с места. Нет, за старта, видишь, я забуксовываюсь из-за этого. Ровно полчаса назад ты не видел, да? Ты грамотный парень. Правильно будет не хулиса, а кулиса. Что? Ну что, как ты думаешь, осилишь с места сейчас? Блин, наверное, нет, потому что все-таки холодновато. Мне приходится газ отпускать. Не знаю, может на видео будет слышно. Чтобы зацепиться, газ надо отпускать, ребята. Да. Вот. Но ходом, вы посмотрите. Да? Ходом очень интересным. Прикинь, тачка стоит 30. Сколько он сказал там? 30. Нет, уже 46 тысяч. А, 40. За 46, да? Да. Полтинник, грубо говоря. Нифига себе. И что, сколько ты попал в последний заезд? Корпус? Нет, больше. Больше, да? Твой цивик сколько стоит? Пятнашку. Пятнашку? Да. 44. Разница, да? Ну там можно же цивика купить за эти бабки. Три цивика. Можно цивика заправлять всю жизнь. Все останется. Ну что скажешь вообще насчет электрички? Блин, она валит. Считай, это самая медленная Тесла, да, которая. Прикинь, самая существует. Медленная Тесла, и она шпарит вообще люто на самом деле. Короче, где-то едет 14 низких, да? Да. Ну, первый заезд будет с 30 самый крутой. Мне кажется, ходом вообще топ, бля. Мне очень, мне самому прям понравилось. То есть я как бы отстаю, потом в какой-то момент раз и начинаю забирать. Thank you.
счету получилось 3-1. И роллом один не состоявшийся, один состоявшийся. Ты с места проиграл только что. Ну да. Ну, с места я выиграл, а потом проиграл. А, то есть он на верхах догоняет, да? Да, он на верхах догоняет. Ну, через метров 500, наверное, он уже обогнал. Ну, ты доволен результатом? Да. Да, прикольно. Я что, проиграл, да, в итоге? Ну, получается, да. А какой счет? 3-1. Бля, это раплюс. Я просто, мне тоже надо настроить сейчас. Есть набор? Не, брат, какая... Ну, сколько потратил? 20 сумов? Это 17. 17,5 сумов? Ну, Руба, ты сколько потратил за эти заезды, скажи мне? Сумов 200, наверное. Сумов 200? Да нет. Не, она же жрет всего 16 лет. Я вижу, вот так, дело, наверное. А плюс еще резина, брат. 300 сумов, ладно. Ну, салам алейкум, ты у нас первый раз. Алейкум салам. Меня зовут Таир. Вид с турбовой. Изначально была комплектация ТРД. Спорт СМ без турбы в чистой атмосфере. Года 3 назад решил надуть. Заказал турбокит с России. С мотором, с навесным совсем. Вот. Ну, все. Машина на механической коробке передач. В прошлом году была она на блокировке куском. Ну, на Джимкане коробка осталась на полу. Вот. Ну, сейчас... Готов, да, можно сказать. Машина, механика, буст около 0,9, до баров дую. Ну, расчетный где-то около 200 сил. А весит? Вес до тонны 980, 1020. Немножко под музыку я шумку делал, ну, там плюс-минус там 20-30 килограмм, максимум 50. Все так, ну, для сегодняшнего заезда снял музыку, так, сап чуть облегчил, ну, не максимально, чисто минимально. Я вообще так мимо проезжал, как говорится, попросился к тебе замериться, а тут что-то это решили. Ты не думал, ну, как бы, купить другую машину для Димки? Да нет, мне она нравится вполне. Она городская тачка, для города вообще идеальный вариант, хоть и на механике, но я привык. Маленький расход. Маленький расход. Расход, кстати, вот сейчас 9,5 литров зимой с прогревами, а так летом 8. А вот когда ты турбокит заказал полностью с компом, да, приходит? Да, оригинальный ТРД-шный комп уже настроенный. Здесь просто Саня Купешка все поставил, собрали все. Выхлоп сделал, с пульта удайра брал. В принципе, все. Примерный бюджет этого автомобиля? Ну, если не секрет, конечно. Да нет, не секрет. 8 тысяч брал лет 10 назад. В 12 году я покупал. 11 лет я уже на ней ездил, ну, 10,5. Вот. Турбокит у меня обошелся в 122 тысячи рубля. Коробка с блокировкой, которая в прошлом году у меня полгода проездила, 45 тысяч рублей. Ну, это основное, а не считая всякие выхлопа, но это там по 10, минус 10, минус 5 тысяч. Все, желаю удачи, брат. Спасибо большое.
favorite farmer. Чуть пропустить надо их. Давай. Parmigiano. Damn, I sound important. Risk game loco ain't the warmest. Dick game weak, need reinforcements. Now I'm going ridiculous. It's simply it. The check just hit. It's lit. It's stimulus. You want... Сегодня ты приехал на Lexus. Да. GS. 200T. Турбо, значит. Да, конечно. Передний привод или задний? Задний. Задний? Только Lexus. Не я. Что-нибудь по тачке делали? Нет, тачку недавно пригнали другу под заказ. Очень хорошую машину нашли. Хорошим друзьям хорошая машина. Как ты думаешь, кто кого? Ну, на трассе не знаю, обычно я его. Ну, как ты думаешь, с места ты осилишь его? Не знаю. Мне кажется, соперники, мы соперники. Да? Да. Я думаю, мы соперники. Он, мне кажется, даже тяжелее, чем мои. Владелец ЖС, да? Уже отмазки ищет, короче. Зацепа нет, 92-й бенз, зимняя резина. Он три отмазки уже нашел. Слушай, у меня то же самое. Зимняя резина, 80-й бенз у меня. Где хозяин? Сейчас Илюха подойдет и скажет, плюс. Где? Где? Брат, 98-й, зацеп есть, да? Брат, 98-й, зацеп есть, да? Я ела! Взял и сделал, блядь. Все, попробуем, Роман? Давай, давай. Со скольки? Сколько? 40? Давай 40. Оп. Вот она сила! Давай, родная!
Ну давай, давай, ну давай. Японцы делают вещи. Вон владелец с ним разговаривает. Я не знал, что такая машина может так ехать. А вот ты представь, да, если бы проиграл. Ну как, блин, перед другом. Живу машина, не моя. Ну вы же привезли. Я просто водитель, но... Чёрт. Привезли, да. Японцы делают вещи. Да, наши машины ездят быстро и приезжают быстро, да? Ну, Рахим, ассалам алейкум. Всем салам алейкум. Ты у нас первый раз на канале? Да. Первый раз, как первый класс. Да. И ты прям залетаешь с ноги, блин, на цивике, на топоре прям. Это случайно вышло. Это единственный топор у нас в Кыргызстане. Я вчера узнал, называется FK8. Ой, FK8, да? Да. Вот. Единственный и неповторимый, да? Какой-то лимитованный, ты говорил еще. Да, они 600 штук всего выпустили. 600 штук, да, и ты... 515-й. А, ты 515-й владелец. 515-й. Ну, классно. Ну, как вообще, как каково иметь такой автомобиль? Ты покатался пару месяцев уже? Или месяц? Месяц, да? За месяц. Кстати, вот я сегодня пост сделал в Инстаграме. Да, фига ко мне. Вот отправляли, что они вот фотали. Тогда еще без номеров было. Ну, давай рассказывай. Откуда она, сколько сил, как тебе тачка? Тачка вообще огонь. Двигатель К20, C1 турбо получается, у американцев 306 лошадиных сил, 400 момента получается, шестиступка. Так, подожди, блокировка. 306 говоришь? Да, 306 у американцев. А этот американец да, или нет? Да, это американец получается. А, я 320 плюс написал, ну, это не правда? Выхлоп стоит тут, полная, считаю, стоит выхлоп 80 миллиметров. Ну, да? Ну, где-то, короче, 320 есть, короче. 320, да, напишу? 320 против 400 лошадиных сил. Ну, вес тут так лимитированных, короче, идет. Тонна 380. Тонна 380. Да. Короче, ты про своего соперника узнал, да? Да, как его зовут, узнал? Да, Его зовут Нурик. Он король Лимонаса. Ну, а, был. Да, да. Был. Я хотел съездить и уехать. Да, он... Вот, короче, 40 он предлагает. Ну, я со второй, наверное, поеду. Да. Мне тоже так кажется, что со второй будет самый раз. Да. Ну, салам алейкум. Как дела? Нормально как. Нормально? Да. Ты же сюда ехал, такой бодренький был. Ничего, я спокоен, моя дорога. Брат, как ты перешел с BMW на Porsche? Не знаю, просто покататься хотел. Да, кстати, поздравляю тебя с приобретением Porsche, как? Panamera, да? Panamera, да. Чем тачка удивила? На меня, что ли? Да, именно тебя. Ну, комфорт. Тормоза дерзкие, едет приятно. Мягко очень. Мягкое. Да, внимание привлекает много. Да, ну да. Надо было первым это подметить. Да, больше, чем четверка внимание привлекает. Да? Да, я в шоке. Я думал, четверка дерзкая. Ну, рассказывай характеристику. Короче, 4.8 от Атма. Угу. Ну, все. 2011 года. 2011 год, там спорт хроно пакет, что-то. Угу. Карфакс легкий, правая часть битая. Нет, Карфакс не вообще не битый, он по кузову. А не битый, что ли? Серьезно? Реально не битый. Даже не утопленник. Нет, даже не утопленник. Сколько сил? 400. 400. Коробка автомат. Коробка ПДК. ПДК? Это что? Это типа, короче, как это, да? Типа там где-то двумя сцеплениями. Да? Робот, всех, что ли? На всех Панамерах такая. Да? Робот, типа лучшая коробка ваговская, говорят. Не знаю, еще не ездил. Скольки ступенчатая коробка? Семиступка. Семиступка, да? Да. Ну что, ты готов?
Ты так, знаешь, конечно. Да, своего соперника? Да, вон гоночный. Вот уже тет-тет-тет, в глазу на глаз уже посмотрел. Да, вот. Да, гоночный Honda приехал, маленькая такая, да? Да, как из Форсажа выехал. Ну ты будешь бороться или ты уже как морально проигрываешь сейчас? Не, почему? Почему? С чего ты взял, что морально проигрываешь? Со скольки тебе удобно будет? А я вообще не знаю, ни разу еще не пробовал. Ну как ты думаешь? Так, наверное, где-то 40-50, да? 40-50, да? Да. Без разницы, короче, да? Да. А ты обещаешь то, что после проигрыша выставлять не будешь на продажу сразу? А, чуть не, покатаешься не, потом, не, да? Нет, пофиг даже с проигрыша. Машина тяжелее. У него гоночная, у меня просто... А сколько весит? Вроде бы около 2 тонн. Около 2 тонн. Ну, что-то такое, я точно не знаю. На ютубе смотрел, что-то говорят, 2 тонны. Я тоже так думаю, 2 тонны. Ну, по ощущениям, очень тяжелая. Ну все, желаю удачи тебе. От души. Или 80? Давай 70 тогда. Еще раз 60 надо. Ну давай тогда так кричать, да, буду? Да? Пушка, блин, отвечаю. Ну сколько уехал примерно? Блин, сколько, я не знаю, корпус есть? Да, корпус, наверное. Да? Корпус, да, уходит. Ну Панамера держится, значит. Да, он не догоняет. Не догоняет, да? Да, да, не догоняет. Сколько раз объехал? Короче, 40 он уходит, у меня пуста нету. Угу. 2 раза 60 уехал и 70 уехал. Короче, 70, раза, да? Ну все, да. Доволен, самое главное? Вообще, бля, не ожидал, честно. Ну все, красавчик. Как ему удобно, мне неудобно, да? И наоборот. Не, ну проиграл 3-1. 3-1, да? 40 я выиграл один раз, а так нет. У меня там... Короче, передача заканчивается, я все. Ага, все. Ну привет, всем известный форточник прошлого года. Когда форточки были? Не было форточек. Сегодня ты приехал на Хонде. Да. Как называется кузов? Ебе. Под капотом стоит? К24, стоп. Стоп. Ну все, желаю удачи.
Ассаламу алейкум. Давно мы тебя не видели на канале. 3 литра также на автомате. Да. Не знаю, брат, так же примерно. 245-250. Ну, короче, квотер лучшее время, я могу показать тебе на телефоне. Не, говори как есть. Зачем? 6,57 у меня 0,100. И 14,57 у меня квотер, 14,57. Ровно. То есть я улучшился. До этого было там 15,1, 14,9, 14,8 лучше. А сейчас 14,57 можно. Земля. Короче, самая быстрая трехлитровая Legacy. Я думаю, да. Я так понял, ЦИК. Да. Сколько уезжает? Корпус где-то. Корпус? Да. Всего лишь? Ну, в лучшем заезде корпус где-то. Да? Так полтора где-то. Сейчас как уехал? Я не знаю, ему видно. Два корпуса, да? Наверное. А ты назад не смотрел? Что-то вперед. Смотрели, да, только вперед. Да? Все нормально? Да, отлично. Прям уверенно. Или он держится сначала, потом что? Нет, я ухожу. Сразу? Не сразу. Сначала, возможно, он. Потом я начинаю уходить. На дальняк, да? Да. Все, красавчик. Поздравляю. Спасибо.